Вспомнить тех, кого больше нет. Десантники, представители правоохранительных и силовых структур, ветераны-участники боевых действий пришли к монументу воинам-интернационалистам, чтобы отдать дань памяти погибшим. День ВДВ – традиционно день встречи боевых товарищей. Этот праздник – это праздник мужчин, воинов, которые умеют и хотят защищать Родину. Это братство, единство. Молебен в память о погибших отслужили на площади Славы. К Вечному огню пришли также представители Губернской думы, воинских и ветеранских организаций, казачества, городской администрации. Мы помним тех, кто не вернулся с полей сражений. В честь них мы называем улицы для того, чтобы память историческая, она сохранялась, и новые поколения ребят воспитывались на примерах высокого патриотизма, самоотверженности, на принципах любви к Родине. Сине-зеленые флаги, береты на бок, тут же подрастающая смена. В ряды десантников встали и дети. Официальная часть завершилась возложением цветов и минутой молчания. Праздник продолжился на набережной реки Волга. Валерия Макарова, Максим Гусев, события.